праздником, и мужчин, и женщин, молодежь, с Днем Защитника Отечества. Раньше было принято поздравлять только отслуживших или в лучшем случае мужчин. Сейчас мы все защитники города. С праздником, дорогие мои! Я немножко волнуюсь, простите, может, не в Простополе свои виселицы и бочки уехали. Затем приезжал город. В 93-м году состоялось решение Верховного Совета России, где все единогласно и сразу же было заседание наше. Не горит, а говне не горит. А и тот не горит. Давайте помогите.